Привет, привет, привет всем. Ну что ж, друзья, пришло время. Остается у нас два с небольшим дня. Дорога. Едем мы все-таки в Лазаревское. Надо отдыхать. По крайней мере, к тому, чтобы хотя бы раз в году давать тебе разгрузку, удовольствие получать от всего этого. Ну, для меня удовольствие – это дорога, прежде всего, смена обстановки. Этот незабываемый воздух морского побережья. В общем, все здорово. Итак, готовлю машину к дороге, поменял зимнюю резину в июле месяце, в принципе, не было необходимости никакой. Так, ну в целом, что у нас, масло мы меняли, на этом масле проехали, наверное, всего 1000 километров. Поэтому сгоняем туда-обратно, потом уже можно будет смело поменять. Пока менял колеса, покрасил суппорта, барабан. Облезли все за 3 года уже практически. 3 зимы, получается, было уже. Да, 3 зимы. Покрасил суппорты. Колодки еще живые, я думаю. Сгонять нам хватит. Помыл салон, пропылесосил, так что можно в путь, дорожку смело выдвигаться. Еще нужно собрать будет комплект ключей, ну соответственно загрузить все необходимые вещи, которые будем брать с собой. Ну вот, наверное, все. В принципе-то. Главное собраться. Главное поднять себе настроение. И в путь. Все, что будет, обязательно покажем. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Море нас ждет. Всем пока-пока.